Итак, всем привет, с вами Доскос, я рад приветствовать вас в новом русском цикле, посвященном игре Diablo 3 и его дополнению Reaper of Souls. Наконец-таки она вышла официально в России и СНГ 15 апреля. Долго ждали. Можно было, конечно, на 1000 больше за дополнение заплатить и поиграть на 15 с лишним дней раньше, но... Извините, зажрались они там слишком в этом Близзарде, поэтому фиг с вас. Будем проходить за всех персонажей, хотя я собирался проходить оригинальную Diablo 3 за всех персонажей, но прошел только за шамана. Прохождение за шамана оригинальной Diablo 3 вы можете также найти на моем канале. А здесь будем проходить за всех персонажей. Начнем, естественно, с Крузейдера с нулевого уровня, ну точнее с первого уровня, с Крузака, который добавили в Reapers of Souls. А затем уже будем играть... всеми остальными персами, которые у меня до 60 уровня раскачаны. Я, в общем, подготовился малость к выходу дополнения. В общем, за всех персонажей пройдем. Вот, ссылка на игру, как всегда, под видео. Только имейте в виду, нужен оригинальный Diablo 3 для того, чтобы Reaper of Souls пошел. Это не стендалон, это всего лишь один персонаж и один акт за 900, мать его, рублей. Так что вот так вот. Первый раз будем проходить со всеми роликами, со всеми диалогами и так далее и тому подобное, чтобы те, кто не в курсе сюжета, были в курсе сюжета, а дальше уже все будем пропускать. В общем, поехали, приступаем. Diablo 3, Reaper of Souls, Crusader. Сложность мастер, посмотрим. Погнали. Царит смерть, но упавшая звезда уже близко. Так, ну что-то ролик это никакого не показали в итоге, не знаю. Ну ладно, если чё. Если чё. Я думаю, не беда, если что-то там пропустим. Не страшно. В общем... Как заявлено на сайте, Крузейдер тот персонаж, который пользуется ближним боем. И бьет всех по площади. То есть он сразу толпами выносит врагов. Приветствую. И поэтому он крут. Я крестоносец, исповедующий веру Закарома. И я видел, как на этот город упала звезда. Звезда упала на старый собор. Выжил только один человек, Лия. Тебе лучше поговорить с ней. Капитан, еще мертвецы! Как бы удержаться бы от спойлеров в своих шуточках. Ну, я думаю, все в курсе сюжета, поэтому особо ничего не потеряем. Ну, что-то я не вижу пока намека на мастера, на какую-то повышенную сложность. Все рассыпаются с полтычка, ну и черт с ними. В общем, порадовал меня последний патч, который был перед выходом дополнения, который, в общем-то, изменил систему лута, закрыл аукцион, на которой все фармили, да, все последние два года с момента выхода оригинальной игры. В общем-то, Diablo 3 стало напоминать вообще игру из серии Diablo, а не задрот фарм фигню, которой она являлась до вот выхода последнего патча. Это ты, Лия? Мне сказали, что ты выжила после падения звезды. Это правда. Но при катастрофе пострадал дядя Декарт. Взрывом его отбросило на нижние уровни собора. Я пыталась найти его, но мертвецы уже начали оживать. Тогда я вернулась в город, чтобы собрать ополченцев, но... Осторожно, раненые притащают! Но осторожно! Нафига вы их притащили? Как будто вы не знаете, что с ними может быть. Гребаные нубы. Это мое дело загнивает. Вон, чувак не может пивас продать. Мертвецы убьют нас всех. То есть мне надо вернуть им вечный покой? Я могу это сделать. Спасибо. Поговори с капитаном Рамфордом у городских ворот. Он скажет, чем ты можешь помочь. Я ничем не могу помочь. Я не хочу никому ничем помогать. Так, здесь вроде книжки где-то были. Вот одна. Опыт, опыт. Я халявный опыт. Продолжается уже 6 дней. Дядя Декарт все еще не объявился. Капитан Рамфорд и остальные жители начали впадать в отчаяние.
Я твержу им, что надо надеяться на лучшее, но если никто не придет к нам на помощь, то... Где мои крылья? Долгие годы люди боялись селиться вблизи руин Тристрама, проклятого города. Но через какое-то время к древнему собору в поисках наживы стали стягиваться различные искатели приключений. Когда они разбогатели и обзавелись соответствующими потребностями, и был построен новый Тристрам. В наши дни в городе все реже можно встретить путешественников. А живут там... Я смотрю, у вас тут много путешественников перед воротами ожидают, пока их впустят, но... Я пришел, чтобы помочь. Как мне остановить этих восставших мертвецов? Я восхищаюсь твоей храбростью, но... Эти твари убили капитана Далтина и ополченцев. Только мне удалось спастись. Не теряй веры, капитан. Ну что ж, я видел тебя в бою. Убей проклятых матерей и их королеву. Это они порождают эти кошмары. Они лезут на баррикады! Окей. Майдан тут устроили, понимаешь, а я с этим должен разбираться. Офигеть, второй уровень. Я чувствую себя супер сильно. Теперь меня точно никто не остановит. Хотя, половину здоровья мне уже отняли. Так, а что у меня на правую кнопку вообще? Ну, неплохо, неплохо. Я так понимаю, что у него сила духа, да? Гнев у него тоже копится. Накапливается. В отличие от какого-нибудь там варвара, например. Ладно, продолжаем идти вперед. На самом деле пробивает довольно-таки жестко. Так, ну и что хотите сказать? Спасибо, как бы оно автоматически поставилось. Руны закрыты пока что, можете ничего не показывать. Не, ну разлетаются-то они охотно, но вот дамажат они тоже довольно-таки охотно. Поэтому надо их опасаться. Ну, в общем, вот типа монаха, только неспешного и бьющего по области. Будем иметь это в виду. Так, он еще и подскакивает к противнику, когда мы вот это умение используем. Не столько звуков говорить, аж сложно. Все уши в мясо просто вянут. Да, и после последнего патча противники стали разлетаться просто в космос. Массово причем. Как будто китайцы решили отправиться все сразу. Будем проходить не спеша, будем проходить довольно-таки внимательно, заглядывать во все места, открывать там все подземелья и так далее. Но это требует уровень сложности, потому что если мы просто так будем вперед идти, то рано или поздно нарвемся на то, что у нас по экипировке и по уровню все будет очень фигово. Мне не хватает гнева. Так, ну пока он по площади-то не бьет, он только по одному тут бьет и все. Без только умением своим кое-как может что-то сделать. Ну, белые вещи мне не интересны абсолютно. Хлам, который придется потом выкидывать полчаса из инвентаря, я его даже не собираюсь поднимать с земли. Я надеюсь, сейчас на фетиш-то не наткнемся. Или на каких-нибудь паков. Поэтому вряд ли что-то опасное будет. Так, так, спокойно, спокойно. Вот это уже получше. Мне нужно больше гнева. Так, у тебя есть что-нибудь восстанавливающее здоровье? Нету? Естественно, нету. Топор, окей. С легендарками бы на последнем уровне так. Плюс 100 там с чем-то урона. Придется пользоваться аптечками, пока у нас нет ничего восстанавливающего здоровья. Придется терпеть. И придется закупаться, да, в больших количествах. Так, у меня сколько там? 7 миллионов золота. Маловато, может не хватить. Не хватает гнева. Ну теперь я хотя бы буду быстрее месить этих каскадеров, блин, отмороженных. Че ты тут выискиваешь, я не понимаю. В поисках сокровищ я наткнулся на жуткое зрелище. Город трупов.
невероятно. Но когда я стал обыскивать их в поисках ценностей, тела вдруг ожили. Нужно рассказать обо всем. Ах ты, говнюк, трупы там оббираешь. Слишком поздно. Это все ты виноват. Духи разгневались. Теперь мочат всех налево и направо. Все понятно. Надо сообщить об этой инфе. Пускай сдадут этого гребаного некрофила. Куда следует. Ну, пока вроде более-менее уверенно идем. Хотя без экипировки. Не очень-то и сладко. Но надеюсь, мы потихоньку все найдем. Была изменена система лута в последнем патче. Теперь выпадает то, что нужно именно вашему персонажу. И, во-вторых, качественные вещи. Гораздо более часто начали выпадать. Хоть что-то нормальное можно найти, превосходящее ваши вещи. Я имею в виду легендарки тоже. Вот. Стали наконец-таки нормальными. А не каким-то там фуфлом. Раньше все фармили только на аукцион, чтобы потом продать вещь, купить необходимую твоему персу. Все на этом и заканчивалось. Сейчас нормально можно самому все выбить. Ну и тем более аукцион закрыт, если бы нельзя было что-то выбить, то можно было попрощаться с игрой. Истинную природу зла, что скрывается в катакомбах собора. И правда это невыносимо своей чудовищностью. За происходящим стоит сам Диабло, владыка ужаса. Сам Диабло, самый простой босс в игре. Да-да-да, именно так. Как можно было самого крутого босса сделать самым простым во всей игре? Я не понимаю. Лиорик или кто там? Ну, в общем, первый босс. Серьезно, он то легче. А, точнее, сложнее в 100 раз. Ну как так? Почему? Вот с фетишами мне сейчас не поздоровится, я чувствую, на этом уровне сложности. Сами посмотрите. Они мне все сносят сразу же абсолютно. Спокойно. Спокойно, господа. Мне не хватает гнева. Эта гадина еще за мной поперлась. Иди-ка ты нафиг, а. Ох, я сейчас буду подыхать, я чувствую. Ладно, давайте по одному хотя бы. Гадит еще на пол. Может, не надо хотя бы гадить на пол-то? Встать некуда. Доигрались. Че, у меня фетиши на таком уровне сразу же в самом начале подсунули, гады. Давай хилку, зараза! Теперь нападающих должно стать меньше. Зараза. Давай мне хилку или левел. Может быть, набьем левел. Авось смоем. Здоровье хотя бы восстановится. Да и волну нехилую с уроном долбанем. Кого-нибудь, может, и снесем таким образом. Спокойно, 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 блин, давай левел. Вот так вот, минус половина здоровья. Так, хилка. Так, парень, ты-то чё? Тебе-то чё надо? Отвали. Так, еще минус один. Ты иди туда же, куда и твои дружки. Стал замочить последнего, из него что-нибудь выпадет интересненького. Я надеюсь. Нафиг мне оружие, а? Отлично. Ладно, оружие так оружие. Ну, хотя бы оружие. Но мне бы сейчас не помешали бы доспехи. По большей части. О, ящичек. Чё интересного? Портки выпали. Отличненько. Так, ну ладно, окей. Хотя побольше защита будет. Броня побольше.